Всем привет! Мы первые среди, наверное, россиян, да и среди китайцев еще немного людей, кто сидит за рулем нового Хавейла H5. Вот. И сейчас мы поедем тест-драйвить эту машинку. На первый взгляд впечатления неоднозначные, но очень много машины за очень мало денег. Гигантская машина, она, по-моему, 5,3 длиной, сумасшедший огромный багажник. Но у него есть один недостаток, у него трансмиссия part-time. Вот. Ну и посмотрим, как она себя сейчас ведет. А во всем остальном он произвел очень положительное впечатление. Погнали! Так, ну что, первые впечатления. Хавейл H5 достаточно жесткий. Вот. Но работает адекватно коробка, гораздо лучше, как ни странно, чем на танке 500. Казалось бы, кто бы мог подумать. Мы вчера катались на танке 500, в нем коробка адски пинается, здесь она работает адекватно. Если честно, машина производит очень приятное впечатление. Слушайте, реально очень адекватная коробка, блин, им надо ее просто взять и поставить на танк, эту коробку. Она ведет себя так, как должна вести нормальная автоматическая коробка передач. Слушайте, очень достойная машина, кто готов мириться с парт-таймом, пожалуй, наверное, это лучшее из того, что есть на рынке сейчас, будет точнее. Дорогие друзья, продолжаем мини обзор на Хавейл H5. Хочу вам показать салон. Выглядит он таким образом. Рыжие кожаные сиденья. Сзади места очень много. Также багажник очень большой. Она пятиместная. Это машина в самой полной комплектации получается. Все очень удобно. Везде все доступно, все понятно. Также здесь у нас есть панорамная крыша. Подведем небольшой итог нашего тест-драйва. Если честно, машина оставила крайне приятное впечатление. Пожалуй, это первый Хавейл в моей жизни, который мне понравился, оставил такое впечатление. Да, машина очень простая. Она реально очень простая, но этим она и подкупает. Она очень сбалансирована. То есть сочетание мотор с коробкой ведут себя мега адекватно. Вот, она очень хорошо едет. У нее огромный салон. Да, у нее простой пластик. Ну, что, покажи, вот у нее простой пластик. Вот, но от этой машины и не ждешь никакого люкса. Она его и не дает. Но в ней прекрасно то, что получаешь, то, что именно от нее ждешь. То есть то, что ты ждешь, то от нее и получишь. А учитывая цену, к сожалению, я пока не могу озвучить цену, да, мы ее знаем, но до понедельника нас попросили ее не озвучивать. Вот. Это будет очень хорошее предложение по цене, оно будет реально прям вот супер-супер. Больше машины за такие деньги купить на рынке невозможно, а тем более такой сбалансированной машины. Если честно, она даже... Ну, единственная аналогия, которая мне приходит, машины, сделанные на базе пикапа, это, наверное, L200, ну, Mitsubishi Pajero Sport. Вот, но здесь гораздо удобнее. Реально все гораздо удобнее. И, ну, китайцам удалось. Машина китайцам удалась, это факт. Ждите скоро ее в России. Мы уже купили такие автомобили. И примерно через полтора месяца будут доступны для тест-драйва. Спасибо.